Так, включаем удержание курса. Возвращается на прежний курс. Не спеша так, но возвращается. Поворачиваем в сторону. Возвращается на прежний курс. Чуть тримируем назад его. Так, попробуем его сейчас повернуть на угол больше 90 градусов. Поворачивается по кратчайшему пути. Попробуем работу CarFree. Минус один пропеллер. Ну, остальное, в принципе, все целое.